Витебский центр сучасного мастерства представляет белорусско-испанский выставочный проект «Нефть and the Root». Напередодні одноименная экспозиция прошла у Минску и стала часткой проекта «Беларусь-Испания. Крок на сустрач», организованного посольством Беларуси у Испании. Авторы суместной выставы – мастаки Алена Толобова из Витебска и Аикса Партера из Малаги. Або два авторы працуют у жанра концептуального мастерства, однако выкористовывают разные сродки выражения разности и материалы. Подчас работы над проектом Алена у якости основного инструмента для самовыявления обрала битум. Яе арт-проекты отрозниваются монохромными решениями и аскетизмом. Аиксас получая предметное мастерство, фотографию, инсталляцию и живопись. При этом думки, которые постарались передать авторы, сугучные. Современному визуальному искусству присуща многоликость визуальных экспериментов. Для нас, для белорусского зрителя, может быть, это новье. Но, опять-таки, я не жду аплодисментов. И эта выставка не рассчитана на приятное восприятие. Эта выставка рассчитана на вопрошение. Мне подобается выказывание Марка Шагала «Мастерство – это стан души». Тому для меня вельми важно у творчести починать с того, что близко моей души, а так само назирать за эмоциями людей на выставе для того, как меняться самой. Свое привитальное слово гостям и удельникам мероприемства накировал посол Беларуси у Франции и по сумешальництву у Испании Павел Латушка, у яким ее назначил важную роль у межрегионального культурного супрацовництва. Обедве мастачки представляют регионы, а мы разумеем, что соправдные сувязи помеж краинами не могут обмежевываться относинами столиц. И они складываются, коли наладжаны мосты миновито помеж регионами, отзначу у привитальном адресе Павел Латушка.